Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре ЖК «Дон». Находится он в селе Ямное. Сейчас мы по традиции, опять же, засекаем время. Находимся мы у памятника славы и в путь! Итак, друзья, вот мы и доехали. Как вы уже успели посмотреть, время у нас в пути заняло 21 минуту с небольшим. Но сам Дон находится, именно жилой комплекс, он находится в 13 километрах от города Воронеж. Что здесь есть? Инфраструктура. Здесь есть Пятерочка магазин на въезде. Когда мы подъезжали, вы могли его увидеть. То есть он тут находится совсем недалеко, в метрах в 100, наверное, от новых домов, которые сейчас строятся. Это уже новая постройка была. Потом здесь есть рядом еще торгово-развлекательный комплекс Ситиград Парк, в котором есть все магазины. И одежда, и так далее, и развлекательный парк аттракционов для детей. Ну, про него не буду много рассказывать, все, наверное, и так знают. Потом есть также, к Дону относится детский садик на 150 мест, который вмещает все 150 мест. К 1 сентября 2020 году распахнет свои двери школа. То есть это через год у них уже закончится строительство, и они будут принимать всех детишек. Поговорим о Доне, то есть о самих домах. Дома строятся из кирпича, все дома, черепица у них идет натуральная. Не буду врать, из какого материала, из какого города она у них идет. Дома все также утеплены и снаружи отделаны декоративной штукатуркой и в едином стиле. Также по коммунальным платежам, что касается жителей жилого комплекса Дон, здесь есть льготы как для сельчан, и поэтому они идут на 20, на 30 и, по-моему, даже на 50, нам кто-то говорил, процентов меньше, чем в городе. Также страховка, ну то есть все вот эти платежи, налоги, все идет здесь намного дешевле, чем в городе. То есть это такие преимущества коттеджного поселка, удаленного от города. Казалось бы, всего 13 километров, а уже какие плюсы. Также свежий воздух, экологически чистый район, то есть напротив дома у вас ели, березки расположены. Приезжайте, доживите. Для мамочек с детьми здесь вообще благодать. Отправили мужа на работу, сами пошли с детем гулять по лесу, по паркам. Ну, сейчас можно пойти посмотреть квартиры, покажем вам все планировочки. Если что-то не договорю, если что-то не допокажу, то можете обращаться по указанным телефонам внизу видео, под видео, как обычно, по стандарту у нас. И пойдемте смотреть. Забыла сказать, конечно, про школу, которая уже существует. В центре села Ямное есть школа, которую возят детей на возят в школу автобус детей. То есть здесь есть две остановки, вы выходите буквально возле магазина «Пятерочка» находится остановка, с которой забирает школьный автобус детей, отвозит их в школу с утра и привозит их в обеденное время. Ну, то есть как заканчивается занятие. Так что можно не переживать, куда сейчас отдать своего ребенка в школу и не ждать 2020 года. Итак, сейчас мы находимся в трехкомнатной квартире. Площадь составляет 90,77 квадратных метров. Большой вместительный холл 15,55 квадратов. Кухня-гостиная.
У нас уже есть в черновой отделке стяжка. Хорошая, ровная стяжка, подготовлена уже для укладки полов, то есть и на декоративного покрытия. Также входит двухконтурный газовый котел для автономного отопления. Вся сантехническая разводка, вытяжка. То есть все уже здесь установлено. Также установлены биметаллические батареи, пластиковые окна и дверь. Также еще стоит счетчик для электричества, но нету разводки. Пойдемте в следующую комнату. Следующая комната у нас спальня. Маленькая, как указано у застройщика. Спальня у нас 11,82 квадратных метра. Выходит на лоджию спальня. Лоджия общая, совместная с гостиной, кухней. Она где-то метр, наверное, шириной. Вот, ну, можно посмотреть. Вот она, наверное, поуже даже, сантиметров 90. Ну, можно поставить два шкафа с двух сторон для хранения каких-то вещей, которыми не часто пользуетесь. И выход идет на частный сектор. Следующая комната у нас спальня номер 2. 12,65 квадратных метров. Ровной квадратной формы. Также выход у нас идет на частный сектор, без лоджии. В спальне мы попадаем, можно сказать, во взрослую спальню, в родительскую спальню. Она у нас составляет 18,47 квадратных метров. Здесь нет лоджии, балкона, там идет строительство следующего дома. Также пойдемте просмотрим. В трехкомнатных квартирах, только в трехкомнатных квартирах, раздельный санузел. То есть у нас туалет отдельно и отдельно ванная комната. Туалет 1,80 м, ванная 3,24 м. Цена этой квартиры в черновом виде, вот как мы видим сейчас, то есть это стяжка, идеально ровная, не совру. Потом подведен у нас электросчетчик и установлен двухконтурный газовый котел для отопления, биметаллические батареи, разводка сантехническая, ну и все. И цена у нас 2 995 тысяч рублей за квартиру в таком виде. Итак, сейчас мы находимся в однокомнатной квартире. Площадь ее составляет 43 квадрата с небольшим. Она у нас уже представлена в предчистовой отделке. То есть вот здесь уже, видите, есть разводка электрическая. Также стоит щиток уже у нас с автоматикой со всей. Потом уже подготовлены стены под поклейку обоев. Потолки под натяжные потолки, конечно, скорее всего. И также идеально ровная стяжка. Коридор у нас здесь 3,43 квадратных метра, то есть вот сюда можно поставить какой-нибудь угловой шкаф, чтобы вешать одежду верхнюю, когда приходите, прямо его зонировать углом. Также выход во все три комнаты, то есть в санузел, в спальню и в гостиную, совмещенную с кухней. Санузел у нас здесь совмещен, 4,70 квадрата.
Рядом с санузлом у нас находится небольшая спальня квадратной формы 1444. Также уже во всех комнатах есть разводка под розетки, под электричество. Выведен кабель, везде кабель, я смотрю, медный. Установлены также биметаллические батареи, пластиковые окна. Окна фирмы КБЕ. Так вот, можно поговорить в тепле, что не досказала. Значит, сейчас построено 17 домов, это трехэтажные дома. 17 домов уже построено, 4 находятся в стадии строительства. Еще планируют они построить около 20 домов. Значит, квартиры здесь идут 7 видов планировок однокомнатных квартир, 6 видов планировок двухкомнатных квартир и 2 планировки у них идут трехкомнатных квартир. Все мы, конечно, вам сегодня не показали, потому что просто не хватит времени. Мы их обязательно приложим в конце видео. И по вопросам цены вы можете обращаться уже по ниже указанным телефонам. Значит, у нас квартиры можно приобрести в двух видах, то есть предчистовая отделка и черновая отделка. Цены, конечно же, разнятся где-то в пределах 200-300 тысяч рублей. То есть тут уже на ваш выбор. Так что звоните, будем ждать ваши звоночки. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!